29 августа, очередной поход на Онегу. В прошлый раз был штормовой, сегодня вроде тихо. Подъезжаем. Сегодня спокойно, не как в прошлый раз. А? Варжится? Ну да, найдем, встанем нахуй. Чем мы не найдем? Две лодки, косяк. Могу, да? Ну. Мало поймали, мало. Погода хорошая. Мало поймали. Тогда фиг знает. Будем пробовать. Сейчас покушаем. Красота, лепота.
ледоколом сразу. Здесь резкие колы. Ульбиты выдает грамотные. О, прижал, 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 прижал. Я тащу. Кастрюльку чай. Кабаны выстёбывают, ребята какие светлые. Ребят. Какие хорошие ребята. А этот наш наш малька или чего? Ведро приближается к жу. А еще камеру же врубить. О, обстрелы какие хватит. Красавчики. О, придет есть, наверное. Дашина, ты заехал. Как сопли это, губы рвутся. Ведерочка-то почти уже. Ведерочка уже почти. Но правда две бутылки там еще. Щука?
хуярит. На вертушке, правда. На вертушку, да. И хороший, блядь. На вертушку, да. Дррррр. А? Чего? Вот сейчас кидаю. Окуневы вот эти желтые, я давно на них уже. Ведро лопнуло, блядь. Хрена. Сегодняшний итог. Вроде бы не клевало, но вроде и клевало. О! Пушки, садочки тут всякие. Какие хорошие. Полтораха тут есть. Да. А? С костылек. Ну. Есть полтораха сюда. Есть, киш. Может, кило 300. Нормально. О. Нормально сегодня судачок, костылек. Нормально. Нормально. Не бей сегодня. Домой едем. Чего? Ветер? Все, домой, нахрен. Домой. До скорых встреч.